Покупаем ягоды в кружку. Ягоды в кружку. Вот. На кружку, кружку песка. Вот. И столько же песка. Насыпали песочку и варим на плиту. Включаем медленный огонь, средненький. Сейчас немножечко сок даст. Будем мешать. 5 минут варим. Как закипит, и варим 5 минут. Чуть-чуть водички. Пристаем чуть-чуть. И будем мешать, конечно. Закипело, засекаем 5 минут и варим 5 минут, помешивая. Это уже значит, что готово. Выключаем. И разливаем в баночки. Варенье готово. Наливаем. Варенье готово. Яблоки там целенькие есть. Желтые, а лучше. Приятного аппетита!